уважаемые мои коллеги, уважаемые мои ученики, которые сейчас учатся, которые прошли обучение, уважаемые мои пациенты, настоящие и прошедшие, я вас приглашаю на свой первый авторский обучающий семинар, где я хочу с вами поделиться основными методиками, которые я применяю и которые показали свою эффективность в моей практической деятельности. Мы изучаем для восстановления кровообращения мозга основы самомассажа лимфатического. Для того, чтобы циркуляция крови поддерживалась и во внутренних органах, и во всем теле, мы с вами обучаемся самостоятельной висцеральной коррекции своих внутренних органов с помощью диафрагмального дыхания, с помощью методик висцерального обдавливания, самообдавливания живота. Мы с вами познакомимся на моем практическом семинаре методиками, которые помогают восстановить кислотно-щелочное равновесие. Для этого я вас познакомлю, и вы это все увидите, как можно корректировать зоны боли, как можно восстанавливать кислотно-щелочное равновесие. Если мы с вами будем питаться при своих проблемах, заболеваниях продуктами, которые разрушают иммунитет, то я должна с вами поговорить о том, как можно восстановить собственный иммунитет, а стало быть, предупредить многие болезни и восстановить здоровье правильным питанием. Это методика прайм-теста. Для того, чтобы микрофлора, которая у нас есть и в нашем внутренней среде, не стала вызывать воспалительные процессы, я вам дам методики коррекции количество микрофлоры, что позволит не привести организм к состоянию воспаления и его телоразрушения. Поэтому основа – это практика. Сегодня, в 21 веке, несмотря на такое развитие техники, медицины и так далее, у нас по-прежнему остаются хронические заболевания, с которыми человек остается часто наедине, потому что медицина обычно помогает снять только острые проблемы. Моя задача – дать вам методику, которая позволит вам как предупредить заболевание, так и уже восстановить здоровье, если вы его нарушили. Поэтому на семинаре вы получите пошаговую инструкцию в виде буклета, которая вам будет напоминать ежедневно, что нужно делать, чтобы какой-то шаг к здоровью своему пройти. И получите со скидкой мою авторскую книгу, которая также изложила методику последовательно, конкретно и комплексно. Жить не болея можно. Нужно научиться не допускать заболеваний. Все в ваших руках. Каждый день промедление опасен. Я жду вас, чтобы поделиться с вами наработанными методами.